Привет, ребятки, туристы, прочие путешественники. Собрался я сегодня в немецкие горы. Последний раз здесь был в начале мая. Сейчас вот иду на свой стан, который хотел сделать еще в мае, но не было возможности. Сегодня постараюсь сделать столик там. Душевно благодарю за донат, Анатолия. Анатолий, большая тебе благодарность. Я сегодня купил, съездил на базу две доски, двадцатки, вот на столик. Потом покажу их. И пропитку, чтобы покрасить стол, лавки. Конечно, без этого доната у меня бы ничего не вышло. Сейчас везу эти доски, у меня в рюкзаке они сзади. Ветер сегодня сильно разгулялся. Пока так вот отвернулся, вот на ходу снимать не буду. Сейчас отвезу доски, потом вернусь домой, возьму инструмент, краску и снова поеду сюда. Но если погода не испортится, что с утра маленький дождик моросил, небо все затянуло. Посмотрим, как будет погода. Мне еще где-то километра два с половиной идти до места. Там что-то еще поснимаю. Дорогу все заболотило, вот эту. Раньше вот здесь вот это вот, где трава сейчас, да, вот здесь вот. Вот это место, все. Здесь можно было свободно пройти, но здесь ездили на машинах, на квадриках. Все изъездили, ну, в общем, изъездили. Теперь это место все заболотилось. Почему? Потому что и вот здесь вот с левой стороны тоже место болотистое такое. И теперь вот с этой стороны также стало, потому что изъездили машины. Короче, благодаря этим гребаным машинам и этим туристам-анархистам здесь стала вот такая хрень. Да я, наверное, вот и здесь тоже самое. Вот сейчас я иду по тропинке, и здесь тоже самое будет. Изъездит. И тут будет невозможно будет пройти. Вот, друзья. Забрался я на горку, тяжело. С этой доской. Иду я и немножко побздю. Не, побаиваюсь, что на то место, где я настроил лавку, могли добраться дебилопитеки. Это всякие пьяницы там и прочие деревянные изделия. Ну, проще говоря, алкашня и всякий сброд. Хотя там место не лучшее для пьянства. Пьянчуги обычно приезжают туда, где нормальный доступ там, ну вообще где может проехать машина, а туда машина проехать не может. Ну еще есть опасение то, что сами знаете, какие у нас люди. Там все-таки была доска. Доску могут стащить. Ну ладно, загадывать не буду. В общем, пока иду вот по тропиночке, так что-то сегодня прохладно, хорошо. Запах здесь обалденный. Хвоей. Ну, тут стоянка рядом. Стан. Пойдем заглянем. Стан на удивление чистый. Единственное, конечно, здесь все
Ну, всю травку здесь все заездили. Здесь приезжают на мотоциклах, на квадриках. На машине сюда не добраться. На квадриках сюда ездят. Ну, чисто. Довольно чисто. Хорошо. Идем дальше. Потихоньку веду. Лес потихоньку переобувается. Осень наряжает деревья золотистую одежку. Поле тоже уже сохнет потихоньку. Жухлая трава кругом. Ветер шепчет. Радует то, что здесь не ездят машины. Вот эта вот колея, она старая. Здесь только можно проехать на внедорожнике, либо на квадроцикле. Вот сюда вот ездят на квадроциклах, но вот я смотрю, трава уже давно здесь. Да, ну в общем, не примета. Давно тут никого не было. Никто не ездил. И мои опасения подтвердились, что небо все заволокло, дождик маленький, моросит. Может разойтись. Но самое главное, что я уже материал привезу, если дождик сегодня будет. Вот, я приеду там, когда будет нормальная погода, и доделаю. Ну, этой осенью я обязательно доделаю. Лавочку и столик, фу, доделаю. Вот еще подтвердилось то, что здесь машины здесь не ездят. О. Это старая тропа. Видно, что здесь все разъездили. И на простой машине здесь не проедешь. На квадриках приезжают, конечно. На мотоциклах. А на машинах тут уже не проехать. Особенно, когда дожди идут. Но это меня радует. Я вообще не люблю, когда в лесу машины на стоянку приезжают. Я люблю ходить пешком. Ну, хорошо, отлично, что здесь так вот сейчас происходит. Колея вся разъебана. Извиняюсь за выражение. Я очень рад, что сюда не ездит машина. Я очень рад. Там, где нет машин, нет придурочных туристов, которые лопают. Это мое, сугубо мое мнение. Потому что везде, где есть подъезд машин, там, ну, яблоня красавица какая. Там, где есть подъезд машин, там мусор, алкашня, бутылки и так далее. Не, они могут, конечно, заезжать с другой стороны. Здесь рядом деревня, это в километре. Но вот именно чтобы забухать, сюда люди, наверное, не ездят. Хотя тут есть пеньки. Я по весне тут находил. Люди здесь ходят на шашлыки. Ну, это не раз там за сезон, не больше. Ну, кстати, эти пеньки, пенечки, вот они. У меня тут фотки есть весенние. И на них тут отдыхаюсь на привале. Нет, тропка натуренная, вижу. Но опять же, это ходят грибники. И так, деревенские, мой. А вот сюда вот
Это место тоже разузнали, но редко сюда ходят. В общем, снимать дальше не буду, потому что дабы не разузнали. Ну что ж, скрестим пальцы. Я зашел сюда немножко правее. Будем искать. Искать мою. Вот она. Вот она, красавица. Вот она. Голубушка стоит. Ждет меня. Здравствуй, Стан. Здравствуй, давно не виделись. Ну вот, ребят, я тут не был уже с мая. То есть я сюда приходил, когда листья только начали распускаться. А сейчас уже листья, наоборот, все опадают. То есть, ну, 5 месяцев у меня здесь не было. Ну вот, а ловчушечка моя стоит. Вот так. Вот она, моя красавица. Вот так вот. Вот она. Вон бревнышки мои здесь лежат. Под столик туда, под все. Ну вот, доски я оставил. Спрятал вон тут за дерево. Да. Кто-то тут ходит рядом. Слышу шаги. Да, кто-то здесь рядом бродит. Чтобы место не светить, я говорю тихонько. Пойду я отсюда, все. Пойдем сходим на старую стоянку, посмотрим, что там, да как там. Да, дождик, зараза. Это небольшой, но может разойтись. Хотя ветерок поднялся такой сильный. Может быть, тучи-то и раздует. Да, видно, что дорога здесь под набиток. Ездить сюда на квадриках. Так, вот. Зайдем. Судя по траве-то, не примято здесь ничего. Давно никого не было. Стан заброшен. Ничего здесь не изменилось. В общем, парни это место забросили. Это плохо. Лавочка одна полностью нарушенная. Дровник уже стоит, навадом дышит. Да, плохо, конечно, плохо. Потому что здесь все рушится. Хорошее местечко. Я бы, конечно, смог бы, может быть, и сам починить, но не знаю, может быть, в будущем пеньки сюда принесу, починю лавки. Попробую я, конечно, не знаю, как будет здоровье, как будет время. Но то, что забросили, это плохо. Хотя вот видно, что трава здесь выкошена. Здесь вот видно. Вот. Иначе сюда народ ходит. Тут просто потому, что речка идет. Приходит, но почему-то место не починили. Это большой минус. Андрюха, если ты смотришь это видео, просто не знаю, нет у меня слов. Да, как ты писал мне, что парни там уже, как ты выразился, постарели, но как постарели? Я бы, наверное, назвал по-другому, наверное. Нет времени у них, это да. То, что, может быть, душа уже перестала не лежать сюда. То, что сюда приходит быдло, тоже, но... И поэтому не хочется сюда ничего ни силу, ничего не вкладывать. А так, конечно,
Можно было бы здесь хотя бы копать лавочку, так вот, ну, сюда же приходят, вы приходите там так и далее. Вот. Ну ладно, пойду дальше. Мне еще сюда возвращаться еще раз. Я привез материал, сейчас пойду за инструментом. Буду капывать пеньки, красить и так далее. Сколько нынче калины. Все усыпано. В том году столько не было ее. Собирать вот так вот ее. А потом варенье или джемы делать всякие, варенье, настойки, да. Ну ладно, пускай. Небольшое подспорье птицам. Шел и здесь увидел какое-то маленькое надгробие. Кто-то здесь погиб. А по всей видимости это собака, наверное. Тина. Да, потому что 10-22. Вот. You are my angel, my soul, my everything, forever in my heart. Вот так. Ты мой ангел, моя душа. И сердце, навеки моем сердце. Что-то такое. Ну вот. Такое надгробие. Пришло. Вот мы и пришли. Ну что же. Не прошло. Прошло еще где-то полтора часа. Я съездил домой. Взял инструменты. Сейчас будем землю роить. Пилить. Они тут опять рядышком растут. В общем, вкапывать будем столик. Пеньки, красить и так далее. Ну что, ребятки, дело спорится потихоньку. Вот я первый пенек копал. Сейчас еще рядышком один, а там уже буду копать под лавочки. Блин, ну ты тут копался намного легче, тут суглинок. Копается очень тяжело земля. Здесь не песок, а вот именно земля с углинок. Ну ладно, я не торопясь, так я покопаю, отдохну, покопаю. Отдохню. Буду продолжать. Копать. Копать будем здесь, да? Дело спорится потихоньку. Ладно, что. Сначала тут по дрова, там тут по дрова. И так вот как будто. Так удобно, чтобы земля не скатывалась. Легче копается.
закапываю второй. Пенечках копали, теперь пропиточкой надо обработать ствол. Блин, вот топор-то вот. Да, вот этой хрени расход большой идет. Расход большой, я даже два пенька до конца не покрасил, а уже половина банки практически нет. Так что будем экономить ее. Сейчас сделаем только один слой, потому что все равно тут видно, мне это не на лицо. Так что неудобно немножко, тут она болтается, зараза. Вортекс. Такая баночка маленькая стоит почти 600 рублей. Ну, не знаю, я покупал на зоне, может быть, дешевле, конечно, но здесь у нас вообще цены безумные на все стало. Но пропитка хорошая. Говорят, что держит и цвет. И вообще приятный такой цвет. Мне нравится. Он под красное дерево. Что ж, видите, столик я поставил, стоит как копанный стол. Блин, перепачкался весь в краске, оделся, собрал с собой такой вот, в больницах такие, если такую хрень выдают, это весь перепачкался. Крашу, потому что и на тексте, курточка у меня, на тексте пропитка. Ну что ж, начну красить стол. Впитывает прям хорошо. Наждачкой маленько обработал. Впитывает хорошо.
Мало-помалу. Думаю, не знаю, сегодня, может быть, скамейку не буду делать. Потому что доски на нее нету. Приду в следующий раз. Делаю. Выкопать проблемы никакой нет. Так что... Выкопать проблемы нет, пеньки. Дожди пойдут, вот что. Побаиваюсь. Пойдут дожди. Вот, друзья, вот такой столик сегодня я сделал. Хотел выкопать под лавочку еще ямки, но не стал что-то. Ну, думаю, что сейчас корячится, может, в следующий раз приду, выкопаю, поставлю лавку еще и... Вот. В общем, сегодня я сделал, покрасил бревнышки, вкопал. Сделал столешник, собрал, ну, чтобы поставил столик, можно говорить. Все это дело покрасил. Как раз мне от банки пропитки хватило покрасить столбики и столик. Что ж, замечательно прогулялся, подышал свежим воздухом, поработал на природе, сделал приятное. Ну, теперь еще осталось лавочку сделать одну. Есть у меня еще замутка такая здесь. Поставить таганок железный. Но это нужно сварного искать. Поставить здесь вот железные... Под костровище две железные фиговины. И таганок. Будет вообще все замечательно. Но буду еще тут думать, как благоустроить это место. Так что смотрите, следите за новостями. Вот такой, значит, столешник. В мае я сделал лавочку, а в сентябре стол. Ну, думаю, что до сентября, за октябрь, наверное, все это сделаю. Приду сюда костерок пожечь. В общем, приятно здесь находиться, красивое место, здесь мне нравится, тихое, спокойное. Единственное, конечно, летом здесь комарья ужас. Вот. Вот такой столик. Поближе-то, вот, да. К вечеру солнышко пробилось, тучи все разогнал ветер, жарко стало и потеплело. Ну вот, в общем, вот такой стол. Но это вы уже видали, скамейка. Такие вот. Какая здесь природа, тут обрыв идет большой, там внизу речка. Вот это вот место интересно. Я когда-то здесь хотел, замутка у меня была сделать здесь землянку, но я один не потянул. Вот. Вещички я уже собрал свои, все. Покажу еще вот обрыв. Вон огромнейший обрыв здесь такой. Елку кое-что-то спилил. В общем, хорошее место. Здесь мне нравится. Буду здесь благоустраивать.
И солнышко вон появилось. Красота. Все, пойду я на дома. Теперь уже приду на днях делать скамейку, доделаю. Все. До встречи.